Что ты там взял? Да, много чего. На мазут я решил фокс А я делать. из производства ни хера не сделал, но при этом нам отбабахал один наш цех стеной, стенами, с окнами. Красиво получилось. Нет, я так думаю. В пятом апдейте добавим что-нибудь еще из декора. Кучу всего там будет. Я там на этой, на Википедии посмотрю, экспериментальные. Ёп, там всяких балочек можно будет асфальтовые дороги делать, ну блоки и асфальтовые. Разметку можно будет. Ну, красящий пистолет не надо будет заправлять этими красящими патронами. Там будет бесконечно. Просто выбираешь, красишь все. А то я сейчас, блядь, я сейчас насобирал 2000 лепестков. Переделал это все в 5000 патрон. Сначала отбабахал стены с окнами. Теперь бегаю, крашу. То есть, я пистолет-то там нельзя же. Там надо один раз ткнул, через полсекунды второй раз ткнул. И вот так каждый блок. Пиздец. Ну, хотя уже все да, покрасил. Вообще неудобно. Ну, сейчас неудобно, да. А там можно будет зажать кнопку, провести снизу до верху и все. Неплохо, конечно. Издалека красивенько выглядит. Теперь ты коксом занялся. Коксодилер. Приходится. На жизнь зарабатывать, да? Да, точно. Нагрузки там у меня возросли. Ни хрена. Ну ладно, сейчас поставлю себе какой-нибудь там угольный или топливный и это все ложу.
Ожидаемо.
Чего, кушать сюда? Для кого? Сейчас. Загорать. Ёб твою мать, куда я зашел? Ебать. Туда. Так, ага, работает. Выгодно, однако. Делайте на твердое дело топливо. Я вот уже все производство организовал. Сейчас еще этот топливный генератор поставлю и здесь. Твою мать. Твою мать, да блядища какая, а, сука, блядь. Да тут. Гандон, блядь. Один ебанутый. Дорожка, блядь.
нахуй. А, ты тут. Я тебе электричество принес. Зачем? А, пускай будет. И я тут хотел чисто да, свою. Уж ладно уж. Пускай будет общее. Ну ладно, я тут еще добавлю. Лишнее не помешает. 7700. Чтобы уж лучше уж падало, так падало все вместе. Зачем? Бегать там. Да. У тебя моторы там есть? Не, стой, у меня только бетон, железные пластины укрепленные. Ну, их у меня так. Один жесткий диск. А, жесткий, там машка у меня на той стороне. Я уже поставил, сейчас удалю. Потом там возьмем. Так. Ну вот она. Ну, я... Бетон тут есть? Да, если чё, вон там как раз бетонная залеза. А то есть богатая, ты, по-моему. Ага, ага, ну или обычная. Обычная, обычная. Но бетон у меня... Сколько? 400. Ладно, ладно, потом сейчас бегу назад. Не, ну можно сейчас организовать. Недостачу энергии уже нету. Так было бы еще организовывать, у меня ничего с собой нет. А, ну давай я тебе сейчас сделаю. Поставь какую-нибудь установку, а дальше я сам, у меня, наверное, на конструктор это найдется. На конструктор у меня хватает. Буровую только мне надо еще. Ну, сейчас спасибо. Какой-нибудь там второй. Так, в какую сторону тебе ее поставить? А вон в сторону, вот в эту, на запад. Ну, вон в какую? Ну, вот сюда вот. Вот так? Да, да, нормально. Такой. Нет. Сеть. Thank you.
вон Кантери, я вон с той стороны. Нет, так что. А, нет, геотермальный как раз там. Кантери вон с той стороны, там богатая зона. Отлично. Так. Алюминиевые листы, либо пипец, придется заморочиться с производством, либо же придется как-то доставлять сюда. Ты хотел дронами, вот сейчас мы, я там аэропорт устрою. А у тебя есть ресурсы на порт? Ну так надо там сделать, надо, я вернусь туда, там заберу ресурсов, наберу, сделаю два порта, надо же два порта это делать. На один тот же порт нельзя. Вот. Сейчас все вот я организую. Подождите. А в принципе я могу. Нет. У меня тут тяжелых модных как вот. Но вот если бы тут организовать еще производство, вот это вот все лишнее стоит. Кстати, очень даже хорошо тут соседство пустыни. Там железо, ой, на каждом шагу. Так, а что у нас? Ага, тут, да?
Производство бетона. Нафига. Ну так нафига. Надо. Ну делай, знаешь, как с одной стороны бетон, с другой железобетон. Ну этот. Восьмая. Тут вот, например, бетон, тут можно железобетон делать с этой стороны. Так железобетон-то еще и надо сталь. Ну так ты вот именно. Опа, ему можно. Вот сейчас, именно, там сейчас просто бетон будет, а тут мы дополним будет железобетон. Ну ладно, делаем. Не, как раз тут... Я так и хотел сделать, что ты... Так. Пропаренный медный лист, кстати. 3 штуки, 22,5 минуты. Прекрасный, кстати, вариант. Даже не знаю, есть ли в этом большой смысл. У нас листов-то и так полно. Ну, полно, но они все делаются по вот этому 2 в 1, а тут 3 в 3. Вода это не проблема. Ну, здесь, конечно, проблема. Ну, как проблема? Вода-то здесь есть, далековато. Хотя нет, в гейзерах недалеко так-то. А, медный слиток очень интересный. А смысл, если у нас, смотри, есть альтернативный с водой? А альтернативный с водой 37,5 минуты, то ну, ли спор? Ну это ладно, тут надо сплав, тут железная руда, медь. Ну давай тогда сначала медные листы, наверное. Давай. А потом, с медным пересплавом. Пропаренный медный лист, господи. Так, ладно. Тут о, нефть. Нет. А если чё, так, две обычные не, нефтяные я занял. Тут, а тут слабая и там сзади слабая. Ну ладно, я ж не буду тут ничего. Правильно. Мне ничего не надо так. Тут по-другому по вопросу.
О, блять. Чё? Подожди. Когда я стою на тебя сзади смотрю, у тебя имя Олег справа налево. Сейчас. А, ну. Пиздец, у тебя машинка вон предыдущего. Ну-ка. Так. 55 км, неплохо. На халяву. Вообще. Правда, интересно, зачем записывать путь на этом транспорте? Может, она просто каталась так. Создавала живность завода. Живость. Мухи драные, пошла. Пошла в шапу. Чух ты, нашел прям. Да я тут капсулу походу нашел, если ее не лутал, конечно. У меня вон лежат радиаторы тут. Не помню, что был там. Ты. Там же пак. Пошли нахуй меня тут. Пиздит еще. Ух ты, блядь. Не, наверное, ты ее не лутал. Здесь огромный хмырь.
О. Огромный хмырь у нее сидит. Огромный хмырь, иди в жопу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, жаль, что боксит далеко. Алюминий-то делать? Да, надо бы алюминиевые листы сюда, чтобы все уже было. Было ебучее. Кто-то пердящий. Еще один.
Иди нахуй, пошли. Пошли сюда, они тут куста огопники нафиг. У вас таких. Все, теперь тут все в ажуре. И хорошо, что стальные балки, трубы делаются просто. Не то что железобетонная вот эта вот хрень всякая. И алюминиевая. Да.
батарейку поставят.
Ну не знаю, на что. Построю, у меня нету ресурсов. Что там? Тяжелые каркасы, слитки катерия и моторы. Давай я тебе демо покажу. Тут вообще не выгодно стержни нужны, слитки нафиг, у нас они быстрее делаются 15 минут, а то 12. Да. Единственный вариант и более-менее выгодный в каком-то плане каркас. Да. Потому что, смотри, альтернативный чертеж, бетон и железобетон. Бетон, ну, как бы уходит и туда, и туда. Один. Ну тут видишь, один делается. Ну аж не знаю, что лучше. А ну тут ничего выбора-то и нету. Тут вода нахрен не нужна в котле. А стержни тоже нафиг. Только каркас. Так, чё, от балок не хватает? Да, балки у нас идут отсюда. А, ну, мы похожи все нормально. А, вот слитки. Это лечение, да, лечение.
Thank you.
Thank you.
Че? Не понял. Но это не у меня. Это не у тебя. Что ты там делаешь? А почему, блять, ёб твою мать? Абу. Да я капсулу открываю, блин, хочу открыть. А чё там электрово сделано? Какая-то капсула написана. Требуется 20 мегаватт. Mm-hmm. Я... Так ты запитал чем? Много? Да, блядь, ну 75 мегаватт у меня уже с капсулами, с этими, блядь. Она не хочет открываться, блядь. Включаться. Так, во, блядь, запустилась нахуй. Чё ты... Ага. Недолго проработала. Так. Чего у тебя там? Много ресурсов-то много? Твердое биотопливо 200 штук. Да я не знаю. Что-то сломалось, блядь. Ну-ка, поставлю около. Ну почему, блядь? Сколько у тебя? Чё, блядь, ебанулся, что ли, блядь?
Может быть, тут 200 надо? Что-то печатка, блядь? Да нет, 200 никогда не было. Да сейчас, вон была капсула, идет 400 требуется. Кого? Там она около розового леса, да не надо еще лезть. Ты хоть маяк-то там поставил? У той капсулы-то? Не знаю. Она около, в общем, там же, там недалеко идти, там. За угольной станцией, там, раз-раз, там, наверху она стоит. Ее прям видно от всех этих. Открыл, называется, блядь. Кварцевые резонаторы, 20, это требуется ремонт. Сучка, блядь, ну-ка, сейчас счетчик поставлю. Может, у тебя просто бак такой? Может быть. Поставь 3 улучшенных поджигателя. Там как раз больше 200 будет. Я вот хочу сейчас вот 2 поставить хотя бы, ну-ка. Я, блядь, ну. 1. 2. Ну только когда 140 мегаватт, она сказала, да, я буду работать. Сучка драная. Интересно, конечно. Пиздец, а? Это ж надо же такое. Ну ладно, все, значит надо сюда еще закрыть. Вот это поднять маяк. Не нужен здесь больше. Да еще жесткий шлем находил. Да, по пути. Чего? А. Что там есть? Прикол хочешь? А вот это тебя точно удивит. Я даже не знал, что такое бывает. Тормози машину. Что там? А, я не вырубал, да? Ага. Вот, ага, смотри. Приостановлен стрим. А вот, заработал. Во, инвентарь, я же тебе говорил, да, можно инвентарь. Два этих отдают инвентарь по 6. Ну тут в любом случае только бери его инвентарь, и... Бери. Все, нахуй. Еще должен быть один когда-нибудь выпасть. 12 ячеек. А куда хоть у нас и так ячеек-то, я умею. Вот теперь... Вот очень кстати, мне эти ячейки прям очень кстати. 8. Так. А 9 умножаем на 8. Да плюс 3. 75 ячеек у нас, охренеть. Ячеек? Ну да, в инвентаре. А. Я тебя уснул. О чем речь? У нас теперь 75 ячеек. Ну еще 6 будет, 81. Где-то там, ага, у боксита. Кстати, знаешь, ты можешь провести боксит так-то, либо к кварцу, либо сразу к каналу. И сделаем тут производство дюралюминиевых листов. К сожалению, так не добрался.
просто только проходил через него и все. Тут обосновался. Страшно. Да. Что там может из полимерной смолы делаться? Пластик, по-моему. Резина и пластик с помощью воды. Ну, либо вода там нужна. Ткань тоже делается из нее. Что там еще делается? Mm.
Остаточный пластик, остаточная резина, да, 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 да.
Что там делаешь? Вообще чисто вы. Где? Ну ты там у кварца. Не, я так гуляю. Оставил, следишь за мной, да? Я хожу. Да не, я просто посматриваю. Я так понял. Yeah.
Да я тут это, просто на поезде приехал сюда. На, ты туда поезд, что ли, поехал? Ну вот сюда, к тебе. Неплохо. От меди, ну от кварца, от нашего там, вот этого, где место было, там прям рухнул платформу. Два поезда, шесть вагонов, ну так, на будущее. Вообще будет сейчас идея, надо будет ее попробовать реализовать. Ну так можно. Один электровоз в начале состава, другой в конце, в другую сторону смотрит, чтобы он не, не делать эти круги там, а чтобы он просто сразу же туда-сюда катался. Mm. Надо попробовать будет. Так, какой-то камушек тут.
А надо жесткий диск бумажку сейчас засунуть. А я пока там путь прокладывал уже наверное, через дебри, блядь, все прошел, насобирал. Окей, пошли нахуй сюда. Такие виды красивые на дюне. Так, красота. Ну вообще. У 5-го апдейта надо будет себе домик сделать. Что ты там делаешь? Двухэтажный. Да, хоть прямо сейчас стоит. Нет, сейчас-то не из чего. Так, материалов-то нету. Mm. А после 5-го будет. Ну, может, не будет, нет. Не будет нафиг. Уже он тот. У нас хаб. Мне там как-то более комфортно, чем здесь. Здесь горы ревут почему-то. Да,
уже этих столбов второго уровня понапихал везде. И не хватает. Жареная картоха. Слышал. Картоха жареная. А, сейчас. Стоп. А ты что, поставил направление, что ли, к поезду? В смысле направление поезда? Ну, это расписание. Нет. А я так на нем сам катаюсь. А-а-а. У меня же ЖД-станция только на одной стороне там. А здесь-то я еще не делал. Здесь просто петлю сделал. Так, пока временно это покататься-то. То надо будет параллельно с этой линией еще гипертрубу проложить. То... Еще много чего надо делать, как. Много чего надо, да. Ну хоть там четвертый этаж отстроил, ё-моё. Ну почти. Пол. Четвертого этажа. Низ четвертого этажа. Ну и все стенами обложил почти. Там, где были эти, ну, постарался переложить конвейерные линии через отверстия в стенах. Фиолетовый. Нет, кстати, вот эти рельсы в трой прямо одно удовольствие. Рельс как провод. Ты на этом ховерпаке летишь и строишь, строишь. Подпитываешься от него. Конечно, часть пути у меня прям по земле проложена, ну и ладно. Нормально. Посмотрим, как оно себя поведет в пятом патче. Будет он крушение или не будет? Чего? Ой, там надо будет светофоры ставить еще. Так, это. К сожалению, тут идут только в путь, нафиг. Последние идут только в путь. Тормозим, тормозим. Ну я очень надеюсь, что они в пятом апдейте поправят, потому что я буду слышать хотя бы звук поезда, я ничего не слышу вообще. Он даже у него анимации нет, то что у него включен. Он такое ощущение, что он выключенный, но он ездит. А зато я слышу через тебя звук. Чего? Гудка ты слышишь? Угу, все, угу. Гудок-то я слышу. А все, угу. Больше ничего нету. Не работает двигатель. Там работа двигателя, звук должен быть. У него должна быть анимация, у него там сзади такие типа 6 этих труб. Там огонь из них, прямо это горячий должен идти. Ну и звук работы двигателя должен быть. А где он? Пиздец. Нету его? Понятно. Так, что-то, блядь, настроил. А, это... Смотри, я своей постройки испугался. Что я там диск-то я положил? Где он там? Ч
сейчас, давай тихо. Сейчас краски побегу. До монашки. Так, завтра у нас что? Что-то такое. 22-е. Надо будет завтра вынуть с охранки и мне свои. И тебе эту. Так, я лечу. 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 Так. Это ничего интересного. Порох. Ну, порох только, если что еще. Брикеты угольные требуются. А так порох из брикетов тоже как бы толку ноль. Ну да. Сталь. 37 минут у нас, ну уже есть у нас лучший чертеж стали. Эти, блин, платы печатные, да ну их. Уже 4 интерсепта. Они у нас уже из всего я мои делаю, эти платы. Сталь смысла брать нет. Ну, а что у нас порох остается? Что его брать еще? Патроны делать хотели же, вот. А брикеты, блядь, тратить. Так тихо. На, теперь хоть похоже на завод, я мы. Белого цвета 21 века. Ну 21, ну нет, похож, похож. Красиво, я так думаю. Пойдешь посмотришь. Я сейчас проще сделаю. Тихо. Блять, стол, иди сюда. Знаешь, думаю, надо бы уже заканчивать 10 час. Да я только за, я вот хочу есть. Я уже кушал. Ты кушаешь. Вот теперь как у нас заводик-то выглядит с одной стороны. Ой, белый дом. Ну, он пока квадратный, потом буду в пятом дойти все это допиливать. Знаешь, в США тоже есть белый дом. И у нас есть белый дом. Серый дом, ладошка. Ну, с другой стороны тоже. Ну, блядь, где возможно, там я стены поставил, а так. Сейчас. Ну, ясно. Блядь, отражение от окон, сука. Белые эти, окна черные, нормально. Космолиф тоже черный. Ой, белый. Нафига? Красиво. Вот как-то нет. Оранжевый слишком глаза выедает, а тут нормально. Нравится. Ну нет, а. Нормально. А ты там порту дронов-то поставил? Нет, а потом, господи, успеем. Надо еще для него платформу. Для этого аэропорта нашего. Ну, у меня-то тут полно места для платформы. Ну, сделаем, сделаем. Завтра не забудьте эти вынуть. С охранки. Да, я могу хоть час. Но завтра-то, мы, наверное, мы вряд ли будем играть. Ну, ну вряд ли. Ты же да. Поздно. Да. Ну, давай тогда сохрани. Нашут. Есть.